На поздних этапах не игнорируйте получение попутного нефтяного газа с помощью такой системы, как сжигание угля. Ведь всего за 2 единицы угля в секунду вы получаете около 40 попутного нефтяного газа. Да, вам нужно немного помаяться с переработкой, но такие системы можно в принципе делать полностью автономными, добавляя сюда лишь уголь и воду.